Якщо сьогоднішній день особисто для вас є у чомусь важливим, довгоочікуваним, вам необхідно знайти правильні слова та налаштувати себе на перемогу і позитивний результат, вам у цьому допоможе гість нашої студії. Це Максим Житко, психолог. Доброго ранку, Максиме. Доброго ранку. Давайте розглядати таку ситуацію, яка зараз дуже поширена у наших знайомих, друзів і так далі, рідних, можливо, це складання іспитів. Ну, будь-яка стресова ситуація або там важливий день, так? З чого його почати, як налаштуватися, як не піддаватися паніці і зберігати здоровий глузд? Ну, во-первых, надо понимать, что паниковать в день экзамена – это самое бессмысленное, что можно, потому что экзамен – это уже финальная точка. То есть это итог тех усилий, которые вы прикладывали на протяжении определенного промежутка времени. Поэтому я думаю, что любой экзаменационный день или вообще день, когда контролируют итог какой-то вашей работы, каких-то ваших усилий, нужно начинать не лучше и не хуже, чем все остальные дни вашей жизни. Во-первых, надо хорошо выспаться, потому что чем более регулярный здоровый сон, тем у вас больше сил, тем устойчивее ваша нервная система. Надо хорошо поесть. Вот. Ну, естественно, надо настроить себя на то, что экзамен, понимаете, в жизни есть очень немного вещей, за которых стоит переживать. Например, смерть, болезни, войны. А экзамен, ну, это ситуация оценки. И, в принципе, если сегодня вы показали не самый лучший результат, это никак плохо не характеризует вас. Это просто означает, что у вас подготовка была недостаточна, и через какое-то время, проанализировав недостатки предыдущей подготовки, вы сможете просто это сдать или пересдать и так далее. Ничего катастрофического в жизни не происходит. Якщо говорити про те, що там іспити – це, можливо, такий етап до перехідного іншого стану, до певних змін, можливо, а як налаштуватися на зміни, як реагувати на зміни? Адже це те, що нас супроводжує увесь час, зміни, вони невідворотні. Ну, вы понимаете, в чем дело? Не изменяется только мертвое, да? Как говорили герои известного сериала «Игра престолов», мертвое не может умереть. Живое постоянно изменяется, и поэтому чем больше мы поймем, что изменение – это, ну, как бы такое качество нашей жизни, от которого деться никуда нельзя, это атрибут, ну, неотъемлемый, и начнем получать удовольствие, то есть мы будем узнать, ага, сегодня у нас так, а завтра так. Знаете, идея такой игры, вот дети играют с удовольствием, вы им предлагаете некоторые условные, да, обстоятельства, и они с удовольствием включаются и начинают играть в это. Вот воспринимать жизнь, как говорил один автор, который исследовал Винни-Пуха, как такой трактат по даосизму. Он говорил, то, что Винни-Пух был счастлив, это проявление того, что он воспринимал жизнь по приколу. Вот по приколу воспринимать те изменения, которые происходят. То есть понимать, что да, они могут быть хорошими, плохими, но, как говорил царь Соломон, и это пройдет. То есть нету ничего постоянного. Есть просто изменения, и вы либо принимаете эти изменения, и тогда течение несет вас вместе с этими изменениями, либо вы плывете против, и тогда, как любой пловец против течения, вы прикладываете усилия, это дискомфорт, но, может быть, это иногда тоже имеет смысл. Чи можливо взагалі боротися і протистояти стресу, стресовим ситуаціям та проявам? Чи людина сама собі придумує проблему? Ви розумієте, в чому справа? Основатель теорії стресу Ганс Сельє, він говорив про те, що буває два види стресу. Стрес і дистрес. Стрес – це, в общем, нічого страшного. Це якраз реакція організму на відбуваючі зміни, на щось необычне. От то, к чому він ще не сформував устойчивий там, динамічний стереотип. А дистрес – це те, що нас розрушає. Поэтому бороться со стрессом как таковым бессмысленно, потому что это бороться с изменчивостью жизни. Я повторяю, не изменяется только мертвый. Если говорить о дистрессе, то есть о том стрессе, который нас разрушает, то обычно этот дистресс связан с тем, что мы почему-то думаем, у нас такой комплекс гиперполноценности, что Вселенная, окружающий мир, другие люди, они должны соответствовать нашим ожиданиям. И, конечно, когда мы вдруг выясняем, что, оказывается, никто этого не хочет делать, мало того, нас подстраивают под свои ожидания, ну, это у нас вызывает дистресс. Поэтому чем меньше у вас будет гиперполноценности, чем больше вы будете реалистично смотреть на мир,
тем меньше количество ситуаций будет вызывать дистресс. Потому что, конечно же, ситуации, которые мы не можем проконтролировать, техногенная катастрофа, война, болезнь, смерть, это то, что от нас, в принципе, достаточно мало зависит. Вот эти ситуации у нас будут вызывать дистресс, но это достаточно небольшое количество ситуаций. Скажем так, не сданный экзамен или экзамен, сданный не на ту оценку, по масштабам это совсем другая ситуация. Максим, из вашей практики, с чем найчастіше от пов'язані такі нервові стани людини, з чим до вас, от, знаєте, звертаються за допомогою? Що найбільше сьогодні хвилює суспільство? Понимаете, ми ростемо в такому обществі, которое людей делает инфантильными. И как любые дети, даже взрослые люди, очень сильно зависят от оценки другого человека. И поэтому не сданный экзамен – это не только проблема конкретного экзамена. Это еще и проблема того, что я не оправдал ожидания мамы, папы, бабушки, дедушки, любимого человека, который, ну, надеялся, что я буду лучше. Люди очень плохо понимают свою самоценность. Люди очень плохо понимают, что, в принципе, оценки, звания, должности – это все точно так же приходящее. Поэтому чем меньше у человека, скажем так, внутреннее ощущение самоценности, самооценки, ощущение того, что он следует своим путем, который уникален, который никто не знает, он его открывает, тем больше человек зависит от внешней оценки, тем, конечно, это более стрессовая ситуация. Таких людей достаточно много. И когда они приходят ко мне, мы работаем не с тем, как пережить стресс, потому что это следствие. Мы работаем с причиной. Почему вы придаете экзамену к тем или иным успехам в жизни такое огромное значение? Как это может сделать вас лучше или хуже, понимаете? Ну, це дуже важливо, оскільки, от, знаєте, іноді іспит, або там нова робота, або співбесіда, або нова зустріч, це здається, що це цілий всесвіт, і саме це зараз змінить життя, і саме це от є головним. Это если вы думаете, что вы знаете, как должно сложиться ваша жизнь. Тогда вы думаете, что все, это катастрофа. Но вы же никогда не знаете, что лучше. Сегодня вам отказали. Знаете, как известны эти случаи, когда вы опаздываете на самолет, а самолет потом падает и разбивается. Когда вы опоздали на самолет, вы думаете, что это катастрофа. А когда он разбился, вы понимаете, что ну, на самом деле вам здорово повезло. Это вопрос непредсказуемости нашей жизни. Чем больше вы понимаете непредсказуемость нашей жизни, принимаете ее, готовы к этой непредсказуемости, тем меньше у вас стрессов. Знаете, как в известном анекдоте, как вы расслабляетесь, а я не напрягаюсь. Вот примерно так. Вы живете не напряженно. Вы знаете, что в любой момент мир может измениться. Там, где вы можете подготовиться, вы готовы. Там, где вы не можете подготовиться, вы не переживаете по этому поводу, а вы ждете, ну или там готовы к тому, что это случится, и тогда вы будете вырабатывать какой-то план действий. Добре, як діяти у ситуації, коли ви так зараз раціонально розповідаєте, що от там потрібно якось реагувати, світ постійно змінюється, я до всього готовий. Коли складається та чи інша ситуація, трапляється так, що емоції беруть гору, і людина не здатна нормально оцінювати ситуацію, як взяти себе в руки, коли ти розумієш, що, от, наприклад, там запізнюєшся кудись, або як зрозуміти, що так має бути, мабуть, це на краще, що я там запізнився, а це дуже важлива зустріч, до прикладу. Ну, ви знаєте, емоції, як і наше тіло, як і наш ум, це те, що може бути подвергнуто определенной тренировке. И, в принципе, эмоции захлестывают людей, которые не занимаются своими эмоциями. То есть они живут отдельно, эмоции отдельно, и вдруг в один момент эмоции, как чертик из табакерки, выскакивают и начинают человеком управлять. Поэтому, если вы хотите в стрессовой ситуации не поддаваться эмоциям, то вам стоит заниматься разными практиками. Их сейчас очень много, начиная от арт-практик и заканчивая там какими-то духовными практиками. Вам стоит заниматься, ну, вопросом эмоциональной саморегуляции. А по поводу того, что вы сказали, вот если опаздываешь, что делать? Понимаете, это оценочная ситуация. Хорошо это будет, плохо. Уже есть факт, вы опоздали. Из него надо извлечь сухой остаток, почему вы опоздали? Вы плохо
там спали, вы поздно встали, вы задумали. Ну, то есть, да, что можно изменить? И принять факт, что вы опаздываете, и сделать все, что в ваших силах. Например, предупредить, что вы опаздываете, да, подумать, как вы можете компенсировать человеку, ну, некий психологический ущерб от того, что вы опоздали, хоча б извиненням, да? Ну, от таким от образом. Максиму, дуже коротко, не так багато часу. Окрім того, що тим, хто складає іспити, потрібно налаштовуватися, можливо, тим, хто їх приймає. Я знаю, що ви після нашого ефіру одразу у вас державний іспит. Чи якось ви починаєте особливо сьогодні, там, можливо, свій день почали? Чи як ви готуєтесь до такого іспиту? Як викладачі готуються? Для мене, як в відомому кіно, для мене кожен екзамен – це праздник. Это праздник потому, что вот я встречаюсь со студентами, студенты показывают мне качество моей работы, потому что я их все это время учил. И их победы – это мои победы, их поражения – это мои поражения. Поэтому для меня это праздник встречи, это не праздник оценки, это праздник встречи. Вот. И я считаю, что экзамены, ну, это моя личная точка зрения, никогда не должны происходить в атмосфере строгости, страха. Я считаю, что экзамен должен быть очень, ну, таким серьезным, но веселым. То есть люди должны чувствовать себя максимально раскованными, чувствовать возможность высказать как знания, так и мысли. Одно без другого невозможно. Вот. Поэтому никак. Вот для меня это радость. Встреча со студентами – это радость. Ну, вы же готовы до всего, тому для вас это радость. Дякую, что до нас пришли, и бажаємо вам успішних іспитів. Дякую. Нагадаємо, у студії «Твого ранку» був Максим Житко, психолог. Говорили про те, як протистояти тим чи іншим життєвим ситуаціям і як підготуватися до іспитів не лише студентам, тим, хто його складає, а й близьким, рідним, друзям і так далі.